Всем привет, друзья, с вами я, Рэч, и сегодня мы будем выживать 10 дней в мире, из полностью состоящей из воды. У меня, друзья, инвентарь полностью пустой, даже вот. Он у меня здесь даже все пусто, из нуля, друзья, да. Кстати, я заспавнился даже не знаю сам где, поэтому буду сейчас плавать везде, чтобы найти что-нибудь. Так, друзья, ну что ж, давайте начнем приключение. Я, друзья, сейчас давайте туда поплыву. О, земля. Земля, так, ладно, друзья, где главное не путаться, где плавать. Поныряем, может, здесь карту найдем сокровищ. Здесь даже, друзья, никакой суши нет, тут серьезно. Так, уходим, оп, так, хопа, в коральчик нырнули, так, дальше. Тут, друзья, бывают эти моменты, где я могу что-то увидеть, то это супер. А когда я не могу видеть, это противно. Так, что у нас здесь? Кстати, в пещерах тоже хорошо тусоваться, если я всего найду шахту. Черт, так, выплываем, просто выплываем. Смысленничи. Ой, походу мне хана. И ай. Ай-яй-яй-яй. А там, друзья... Что? Это, друзья, просто великолепно. Великолепно. Это, друзья, смотрите. Друзья, смотрите, я без всякого обмана. Смотрите, эта деревня реально заспавнилась. Почему это не остров? Это не остров, друзья, смотрите, вот, видите, да? Здесь полностью земля заспавнилась вместе с деревней, потому что она бы никак просто не заспавнилась. Поэтому, друзья, мне очень-очень жестко повезло, друзья. Я не знаю, как объяснить, но мне реально повезло. Я, походу, всю деревню, друзья, разберу. Ну, погнали, друзья. Так, друзья, что я мог сказать? Уже закат, друзья. Но ничего, это нас, друзья, не останавливает. Мы бежим по всяким домам, смотрим, что можно добыть, и потом поспим здесь, я так думаю. Хотя давайте, друзья, с деревом начнем. Нет, нет, не с этим. Он слишком большой. Ой-ой-ой. Давайте, друзья, начнем с этого дерева. Ой, друзья, я уже реально спать захотел. Поэтому все, друзья, я иду на ночлег к жителю. Хотя здесь никого нету. Поэтому я спать. Все, друзья, я уже проснулся, и теперь пора разбирать деревню. Полностью всю. Все деревья собирать, все, что я смогу собрать, ну и подобие. Я, друзья, создал печку, чтобы делать много себе картофеля. Для того, чтобы, ну, прожить мне хоть как-нибудь так. Ну все, пихаем, все, пусть здесь все жарится, а мы, друзья, побежали дальше дерево добывать. Так, опять, друзья, смотрите, вечереет. Сейчас скоро наступит третий день, я почти весь день потратил на то, чтобы добыть много-много дерева. Ну, тем более с таким топором-то. Не очень так уж и много и наберешься, друзья, полностью. Вот, набираю, так, получается, набрал. Ну, два стака, друзья, я думаю, дерева мне достаточно будет. Опа, друзья, я убедился. Скелет-крипер, друзья. Ведьма. Супер. Окей, надо сначала видим. Крипер, ой, как снес-то они и все. О, сколько их, сколько их, сколько. Давайте, вот это тогда есть, потому что, друзья, не знаю, что за другой вариант. Он, кстати, сейчас, друзья, быстро поспать. Если, друзья, мы проберемся в какой-то из дома. Из домов, точнее, так быстренько ломаем. Сейчас дверь бы закрыть и все. Ломаем. Так, закрываем дверь и спим, давай, быстрее. Все, друзья, мы поспали, кровать я точно, однако, забираю. Так, кто здесь помрет, кто здесь не помрет, так. Криперы, зомби, ох ты шумные зомби. Так, мне, друзья, ведьма нужна. Давай, тихо. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Есть! Все, урон нанес. Быстренько, контра-удар! Ух ты, что травила, тварь! Я подобрал? Ай-яй-яй, идем, срочно идем, нам нужна срочная регенерация. Да, я зельку, друзья, подобрал. Супер регенерация есть. Отравление через 2, 1, 0. Так, надо сейчас какой-то дом. Вон, пошлите, вон туда дальний дом. Как раз полностью, опа, прыжочек. О, утка. Курочка. Черт, так, давайте выплываем срочно, а то мало ли утопленники. Ну что ж, друзья, погнали, как говорится. Погнали на лодку куда-нибудь вон туда. Так, мне кажется, я корабль, друзья, нашел. Может, там я нашел корабль? Так, очень вот здесь кораблей. Вообще везде. Реально, вот этот, походу, друзья, корабль. Смотрите, как он выглядит. Это, может, или коралл, или корабль. Походу, это что-то... Что-то необъяснимое. Так, ныряем. Что это? Здесь, походу... Адский портал?
Так, берем воздух и погнали. Где сундук? Все, друзья, кислород набираю. Смотрите, адский портал, друзья, прям здесь золото. Пожалуйста. А? Видите, вы видели, друзья, что там? Там вообще так. О, друзья, лодка отлетела. Сейчас я до лодочки доплыву. И все, сейчас что-нибудь придумаем. Сижу на этом корабле и ничего практически не вижу, поэтому... Что это? Походу, я знаю, где ночлег будет. Не там, конечно, но... Но примерно вот так. Все, здесь ныряю. Досочки мои. Ой, друзья, уходим. Меня сейчас трезубцем, друзья, протаранили, представляете? Так, уходим. Плывем. Так, зельку не будем, наверное, использовать. Или, хотя, не, даже кушать не будем. Быстренько в лодочку и поплыли, друзья. Короче, вот здесь, все, ныряем здесь. Быстрее. Всплывай. Дыши. Уйди, я говорю тебе, кыш, пошел. Все, друзья. Так, и сейчас, друзья, нам нужно кроватку. И как можно поскорее спать. Все, супер, друзья. Ой, всех с добрым утром. Я проснулся, как хорошо, чуть вчера не откинулся, конечно. Плывем туда, друзья, где что-то необъяснимое. Что? Рыбофугу? Странно. Ну ладно, плывем, друзья, туда. Самое, друзья, знаете, что смешно, если я сейчас повернул обратно? Или... Я, друзья, нашел другую деревню. Сейчас забираем лодочку. Лодочка, иди ко мне! Опа, все. Офигеть, друзья, мы нашли уже вторую деревню. Големы. Очень опасные, друзья, и коварные. Они очень реальны. Я добуду этого голема. Сейчас попробуем с големом реально сразиться. Сейчас я попробую его ударить. Хотя не ударить. Я попробую, друзья, вот знаете как? Сделать такую платформу, где он не пройдет, а при этом я его буду бить. Ударяем его и бежим, друзья. Все, ударили, друзья. Теперь бежать. Срочно. Опля, сюда. Опля, сюда и все, все. Стой. Друзья, близко не подходим. Вот на таком расстоянии, друзья, его и уничтожаем. Друзья, я хотел сказать то, что он меня сейчас ударил, я помер. Ну, все обошлось. Ух ты ж! Вот это я понимаю, вот это я землю больше добуду. И, кстати, я не буду доски тратить, в этом есть плюс. Добываем верстак мечом. А теперь, друзья, бежим. Куда бежать? Во, друзья, супер. И ставим и поплывем туда куда-нибудь. Офигеть. Черт. Железо. Погнали за железом. О, да, я могу. Супер, теперь ждем. Я, походу, спать, друзья, будем ложиться где-нибудь вон. Там можно, друзья, кстати, поспать. Все, друзья, я уже на пятом, мне уже пол. Ой, друзья, еле-еле как выживаю, но, друзья, есть, все. Теперь штанишки, ждите меня. О, да, так и... Так. Опа, все, друзья, я практически супер экипирован. Покажите ли, был рад вас видеть, но путешествие, вы сами понимаете, надеюсь. Я, друзья, буду плыть до того момента, пока что, ну, не встречу что-нибудь. А здесь, друзья, пока что, вот реально, ничего нету. Я плыву, сколько не плыву, но я сейчас с ума сойду, но это море, вода, рыба. Вы, наверное, тоже с ума сойдете. Опа, здесь, друзья, утопленники есть. Не, все, я понял. Я даже, к сожалению, повторяться не буду, я просто ухожу. Он с утопленником подраться, кстати. Погнали, подеремся. Так, вот. О! Не. И как-то в 3 раза больше стало. Стоп, друзья. Я что-то увидел. Есть такая теория, что я мог по кругу кататься. Реально? Здесь, друзья, островок. Друзья, я не знаю точно, что делать, но давайте хотя бы землю здесь. Давайте вот. Просто вот мечом добудем землю. Ага, утопленники. Переходим этот островок и садимся и плывем, друзья. Луна восстает. А мне, друзья, надо найти оазис какой-нибудь. Походу, я нашел что-то. Смотрите.
Вот здесь, друзья, вот прям здесь. Так, стоп. 3, 2, 1, тормозим. Походу, я нашел корабль. А, не. Ну, с кем не бывает, если так. Я здесь делаю оазис, получается. И землицы, конечно же, потому что без земли некуда. Кроватку и спать. Все, друзья, наконец, у меня 6-й день и... Лодочка! Ой, я чуть, друзья, не упрыгнул без своего... Без своей кроватки. Погнали! Друзья, похож на корабль. Ну-ка, если это не корабль, я, друзья, не знаю, что. Да, походу, друзья, это не корабль, а обман зря. Не плываем на него, не смотрим. Давайте как-нибудь его... Ой, ой, я, друзья, не увидел, у меня кислород за... Это что, друзья? Опа. Опа. Ныряем, что здесь? Опять адский портал вот прям здесь. Стоп, а если нырну? Ох, это, друзья, мои мини-мини оазис. Кстати, золото я попробую добыть. Опа. Кстати, сундук. Чак. Вот сундучок. Ой. Ой-ой-ой, зачем? Зачем я это сделал? Я просто взял все испортил. Ладно, друзья, давайте вот так. Ой, 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 я понял. Так, все, друзья, битва за сундук. За жизнь и насмерть меня. Я буду драться. О, да. Я подрался. Друзья, опа, так, наберем воздух. Берем, кушаем, и самое важное. Так, ух ты ж. Забираем. Блял, кислород, черт. Такой. Ой, а что происходит? Что происходит? Так, всплываем срочно. Все, друзья, спокойно. Теперь золото. Опа, все, золото добыл, уходим. Где? Я, кстати, думаю, я много чего пропустил. Ну, я так думаю, ну что ж поделать. Еще одна деревня? Не, я не верю, друзья. Может, я ту грабил? Нет, друзья. Я опять в новой, друзья, деревне. Это, друзья, что-то снесть. А если... О, да, друзья. О, да. Так, терраса железная, золотая, точнее. Опа-на. Кто там? Ой, я понял. Я думаю, что с такого расстояния я смогу его одолеть. Эй, подойди, пожалуйста. Он идет. Ты тупой. Короче, делаем вот так. Раз. Все, погнали. Раз, два, три, четыре. Так, спокойно. Тихо. И все, друзья, и убиваем големчика. Лучше големчика прибьем. О, да. Все, друзья. Добыча совершена. Теперь, друзья, нам нужно что? Кажется, надо вообще почистить полностью. Все сейчас. Верстак поставить и сундук создать, и весь мусор просто закинуть. А что здесь происходит? Хотя ладно, я не буду спрашивать, я просто поплыву на своей лодочке. Я прям вот, если честно, я вообще устал. Уже 6-й, сейчас скоро 7-й день. Черт, нам не выживать. Скорее бы выжить. Погнали. Опа. Опа. Я, друзья, нашел еще одну деревню. Ну почему? Почему так все хорошо? Почему я нахожу уже вторую деревню? Давайте ударю нашего любимого жителя. Стоямба, я сказал. Я ударил жителя, ты чё? О, все началось. Ну-ка, сколько мне нанесет? Ой, ё! Офигеть, так, друзья, сейчас удар. Ладно, друзья, вы не забывайте подписываться, ставить свои лайки. Это было весело, однако... Ну, в принципе, можно выживать, главное не ступать с големами, ну, прям в бой. С вами был я, Рэд, всем удачи и всем пока!